Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Какой самый знаменитый стих из 9 главы? Это Акушка. Я думал. Ну, почти. Я санскрит прочитаю сам, не буду вас мучить. Вот, а потом перевод и комментарий тоже сам. Раджа видя раджа гухьям, павитрам идам уттамам, пратьякша к бавагам дармам, сусукам картум авеям. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией, знание это вечно, и достижение его радостно. Вот, тут большой комментарий Шрилы Прабхупады. Вот, мы буквально часть комментария прочитаем. Эту главу Бхагавад-гиты называют «царем знания», поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Каннады, Капилы, Ягьявалки, Шандильи и Вайшванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор Веданта Сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка. Однако Господь называет 9 главу Бхагавад-гиты царем знания и сутью всех наставлений Вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. То есть оно сокровенно, потому что объясняет разницу между телом и духом. Вот. И венцом этого всего — это преданное служение. Потому что если говорить «душа», ну как бы непонятно. На санскрите любая вещь, о которой говорится, вот в ней включена и функция, как ее можно использовать. Например, если на санскрите говорит «стул», это не значит «стул». Надо правильно говорить «сиделка». Вот. Сразу понятно, что на нем надо сидеть и так далее. Вот. То же самое «душа» — это подразумевает то, что она служит Богу. Вот, слуга Бога. Ну и об этом говорит и сам Господь Чайтанья. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дает, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество различных наук: политику, социологию, физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки. Но нет ни одного ученого заведения, где бы предоставили нам науку о душе. Между тем, душа – самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-то либо ценность. Тем не менее, люди сосредотачивают свои усилия на удовлетворение потребностей тела, забывают о истинной источнике жизни, то есть душе. Интересный момент. Сегодня были на Санкиртане, и Матаджи Светлана рассказывала. Она говорила, встречала одну женщину, она должна была прийти на программу, похоже, дождь ее испугал. Вот, она была так счастлива, что встретила преданных. Она до этого слушала какого-то Саи Баба, я не знаю, кто это, но иногда я слушаю о нем. И он говорит, что типа, ну, все является тело. И Матаджи Светлана говорит, ну как тело, ну смотри, мертвое тело, кому оно нужно? Она говорит, значит, что-то есть больше, чем просто тело. Она говорит, ну, ее это убедило. Она говорит, да, но он говорит, что все иллюзия. Она говорит, как иллюзия? Ты же идешь по земле, как бы это что, иллюзия? Она говорит, ну не, если себя ущипнуть, что это иллюзия, как бы нет. И вот, конечно, у них была такая беседа. И вследствие этой беседы, интересно, похоже, это очень разумная женщина. Она сразу согласилась с такими выводами и была очень счастлива прийти в храм. Ну, дождь, похоже, помешал. Похоже, она, может быть, она еще придет. Она просто была в мини-юбке, Матаджи Света ее отправила домой. Сказала, в мини-юбке в храм нельзя. В Бхагавад-гите, начиная со второй главы, постоянно подчеркивается важность души. В начале второй главы Господь говорит, что тело бренно, а душа бессмертна.
антаванта имея деха нитё сёктам шаририна. Знание о том, что бессмертная душа отлична от материального тела и по природе своей неизменна, неразрушимо и вечно, само по себе является сокровенным. Но это знание еще не раскрывает подлинную природу души. Некоторые думают, что душа отлична от тела, и после смерти тела или после освобождения от материального тела оно попадает в пустоту и становится безличной. Но на самом деле это не так. Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как освободится из его оков? Душа всегда действует. Раз она вечна, то и действует она вечно, и ее деятельность в духовном мире остается, составляет самую сокровенную часть духовного знания. Поэтому знание о деятельности вечной души называется здесь царем знания и самой сокровенной частью. Вот так вот. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай си гураве намага си чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам вандехам си гуро си ютапада камалам си гурум вайшнавам ща си рупам сагражутам сагана рагунатхавитам там сачивам садвайта савадута париджана сахитам кришна чайтанья девам си рада кришна падао сагана лалита шри вишака витам ща хе кришна каруна синду динабанду джагатпате Гопеша, Гопика Канта, Рада Канта, Намустате, Тапта Канчина, Гоуранге, Радхе, Вриндавани Шваре, Вришабану, Суте Деви, Прана, Мами, Хари, Прие, Ванча Калпата, Рубеша, Крипа Синду, Бевача, Патита Мампа, Ваме Бео, Вайшнаве, Бео, Намо, Намаха, Джай Си Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Си Адвайта, Гададара, Сивасади, Гоура, Бхакта, Вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, дорогие преданные. Вот, перед тем, как начать что-то говорить, я очень бы хотел попросить вас благословить меня в ваших сердцах, чтобы я мог сказать что-то полезное. Я сижу на этом месте не потому, что я самый умный, и не потому, что я что-то могу дать. У каждого есть разные служения. Мне выпало такое служение. Оно не очень хорошее, потому что очень легко можно возгордиться. Вот, поэтому я очень вас прошу в вашем сердцах, в ваших сердцах благословите, чтобы я что-то полезное сказал. Спасибо вам большое. Вот, прежде чем начать, вот, много... Ну, вы тоже, наверное, замечали, когда вы общаетесь с обычными людьми, вот, на улице это очень часто видно, они прям обходят тебя стороной, вот. Сейчас, секундочку. Так, Ишварантая нету, значит, могу. А, он будет смотреть видео, окей. Будет видеть, что я делал с микрофоном, будет меня ругать. Вот, они прям тебя обходят стороной, и многие из них прям сегодня мне сказали: не, спасибо, у нас есть своя вера, все хорошо. Вот, и есть такое понимание в головах у людей, что как бы, ну, люди, которые занимаются какой-то духовной практикой, какие-то религиозные люди и так далее, это люди, которые отказались от чего-то в этом мире, вот, для того, чтобы получить что-то в прошлой, ну, в следующей жизни, вот, которые, в принципе, недоказуемо, ну, на практике, как бы. Ну, то есть, как бы, другими словами, люди верят в что-то, что нереально доказать на практике, вот, и лишают себя каких-то, ну, хороших, как бы сказать, благ в этом мире. Было такое? Слышали такое, нет? Правда? Есть такое, да? Я помню, у меня такое было, когда я работал в Питере, и так или иначе коллеги по работе узнали, что что-то с этим парнем не так. Вот, и один издалека говорит: слушай, я не верю в Бога. Я говорю: ну, класс, я тут при чем? Он говорит: ну, понимаешь, как бы, и у меня такое ощущение, что они верят в что-то, что невозможно доказать. Ну, правда же, есть какой-то там духовный мир, есть какой-то там Бог, там, иногда это злой Бог, который, ну-ну-ну, смотрит там с неба, и не дай Бог, ты что-то не так сделаешь. Он запишет это в специальную книжечку, а вот когда ты умрешь, как бы он тебя встретит. Как раз ты умер, выходишь из тела, он говорит: привет, друг, садись. И так, вот. Поэтому, извини, брат, в ад. И надолго. Вот, хотя доказательств того ада нету, доказательств какого-то рая нету. Ну, как бы, мне отец, когда мне было 12 лет, и я пришел в церковь очередной раз, он мне говорит: ты видел Бога? Я говорю: я. Он говорит: и что ты туда ходишь? Я говорю:
И он говорит, ну, кто видел его? Я понял, что, ну, как бы, ну, аргументов серьезных нету. Ну, как бы, ну, не было у меня аргументов, ну, что мне было сказать ему? Он говорит, кто-то с того света вернулся? Вернулся или нет? Не вернулся. Ну, что вы хотите? Откуда вы знаете, что там есть? Никто не вернулся с того света, не вернулся? Бога видели? Не видели. До свидания. Все, вопрос решен. И ты берешь себя и лишаешь каких-то материальных благ, как будто что-то тебя ждет в следующей жизни. Ну, не бред. Ну, какие-то, ну, ребячества просто. Разве нет? С одной стороны, да? Вот. Я бы хотел сегодня доказать, вот, совсем обратное. Я хочу сказать, я попытаюсь сегодня доказать, что преданные, они превосходят любого материалиста. Любого материалиста они превосходят. Блага, которые получают преданные, они здесь и сейчас получают блага, не в следующей жизни. Вот, в следующей жизни еще будет лучше. Вот, так говорят священные писания, а это наш авторитет. Вот, и поэтому, как бы, я с вашей, по вашим, с вашей милости, вот, попробую это сделать. Рупа Госвами причисляет несколько принципов, в основе которого состоит, ну, преданное служение. Он говорит, что такое преданное служение? Преданное служение начинается с чего? Пункт 1. Принять покровительство лотосных стоп истинного духовного учителя. Пункт 2. Получить посвящение у духовного учителя и учиться у него, как исполнять преданное служение. Пункт 3. Подчиняться указаниям духовного учителя и с верой и преданностью служить ему. Пункт 4. Под руководством духовного учителя следовать по стопам великих ачарий, учителей. Пункт 5. Задавать духовному учителю вопросы о том, как совершенствоваться в сознании Кришны. Пункт 6. Ради удовлетворения Верховной Личности Бога Шри Кришны быть готовым жертвовать любой материальной привязанности. Подразумевается, что встав на путь преданного служения Кришны, мы должны быть готовы расстаться с чем-то, что нам, может быть, не хочется терять, или принять нечто такое, что нам не нравится. Пункт 7. Жить в святом месте паломничества, в частности, в Двараке или во Вриндаване. Пункт 8. Принимать только необходимое и свести контакты с материальным миром до необходимого мира, минимума. Пункт 9. Соблюдать пост день Экадыша. Представляете, это 10 самых главных из 64-х. Соблюдать Экадыш. Ёлки. Пункт 10. Поклоняться священным деревьям и, в частности, баньяну. Эти 10 пунктов являются предварительными требованиями, выполнение которых необходимо, чтобы приступить к регулируемому преданному служению. Если преданный неофит соблюдает эти 10 принципов, ему гарантировано довольно быстрое продвижение в сознании Кришны. Итак, 10 пунктов, 5 из них, самые важные, это принять духовного учителя. Но мы знаем, что просто для того, чтобы принять духовного учителя, нам нужно соблюдать 4 принципа. Мы помним, да, там мясо, рыба, яйца, мы такое не кушаем, вот, интоксикации, галлюцинации и тому подобное, мы тоже такое не принимаем. В азартные игры мы не играем и вступаем в отношения, половые отношения только в бракхе и только с целью зачатия детей. Вот. Еще помидоры не полетели ни одна в меня, ну нормально, слава богу. И чай. Вот, потом, да. Потом заберете, окей. Многие, ну, как бы это только начало. То есть человек, это, ну, как бы это кандидат в преданный, это не преданный, это кандидат в преданный. Человек, который пришел научиться преданному служению. Я подчеркиваю этот момент, это очень важно. И он пришел, как бы, и он должен следовать вот этим 4 правилам. Вот, таким очень важным правилом, как мы потом посмотрим. И кто-то думает, что, ну, как бы, ну, подождите, как бы, ну, похоже, Шрила Прабхупада их придумал. Есть такое, слышали? Не слышали? Похоже, Шрила Прабхупада их сам придумал, потому что мы так, настолько грешные, что оно как-то надо что-то с нами делать. И он взял, 4 принципа придумал для нас, вот, на, хоть что-то. Но нет. В Шримад Бхагаватам в первой песне, 17 стих, вот, 38-й, 38 стих 17 главы, говорится. Суда Госвами сказал, в ответ на мольбу олицетворения Кали Махараджа, Парикшит, Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. То есть вот эти 4 принципа. Вот. Знаете, как это, как есть эта шутка, когда человек, послали убивать его,
Вот. И дали этому палачу ну, записку. Говорит, убить, не надо миловать. Вот. И он взял, почитал, убить, не надо миловать. А черточки там не было. И он взял, поставил чертку за не надо. Убить не надо, помиловать. И взял, отпустил человека, иди гуляй. Вот. И когда тебе пришли, он говорит, так вот, я получил, вот видите, так и тут. Не Кали Махараджа, а Кали, черточка, Махараджа Парикшит. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, сегодня как раз день выборов. Вот. Он как раз говорит такие очень важные моменты о том, как должно быть государство вот, в идеале. Вот, вам может быть интересно некоторые вещи. Про юбки там тоже говорится. Комментарий. Основные принципы безбожия — это гордыня, проституция, одурманивание и лживость. Эти вещи противостоят четырем принципам религии. Какие именно? Аскетичность, чистота, милосердие и правдивость. Олицетворению Кали было дано жить в этих четырех местах, указанных царем. Там, где играют в азартные игры, где занимаются проституцией, где пьянствуют и где убивают животных. Шрила Джива Госвами говорит, что тот, кто употребляет спиртные напитки, нарушая правила, установленные для этого в писаниях, имеет небрачные связи с женщинами и совершает недозволенные писаниями убийства животных, нарушает принципы религии. В ведах содержится указание двух видов. Тех, кто занят материальными наслаждениями, и для тех, кто освобождается из материального рабства. Ведические указания для правритов имеют свою целью постепенно упорядочить кушание плоти животных. Ну, короче, там вообще очень интересно. Ты должен взять определенную козу черного цвета, ты должен ее повести в полнолуние вот, или новолуние, ты должен ее убить на новолуние и на ухо ей сказать «мамса», что в переводе это значит «я тебя сейчас убиваю, а ты меня в следующей жизни». «Мамса» буквально переводится как ты меня, я сейчас тебя ем, а ты меня». Вот. И там есть определенные религиозные обряды, человек, когда делает это раз, два раза, три раза, начинает повторять, вдруг сам понимаете, знаете, как в том анекдоте, учительница раз сказала, два раза, три раза, уже сама поняла, они по-любому не понимают, значит, так и это. Вот, он вдруг начинает понимать, ага. Зачем я вообще занимаюсь это? И это раз в месяц что-то такое. Ну, короче, очень все сложно. То, что является пищей для одного, яд для других. И то, что рекомендуется людям, находящимся под влиянием гуны невежества, может оказаться ядом для тех, кто находится под влиянием гуны благости. Поэтому Шрила Джива Госвами Прабху утверждает, что рекомендации писаниям предназначены для определенного класса людей. Никогда не следует читать отступлением от принципа религии, а дармой, ну, если смотреть на этих людей. Помните там история с охотником Ригари? Вот, то есть, как бы Нарада Муни когда увидел, а у него была такая, ну, привязанность, он любил видеть, как животные мучаются просто. Не добивал их, а ему прям нравилось видеть, как они прям в боли там. И Нарада Муни не пришел, не сказал, ах, ты негодяй такой, да ты в ад пойдешь, там скотина такая, ну ты... Он сказал, окей, убивай, но только до конца, пожалуйста. То есть это была определенная уступка, то есть определенный промежуточный этап. И это ну, очень важный момент. Вот, потому что очень часто бывает такое, черно-белое, или я супер-вайшнав, или я вайшнав ну, никакой просто. Вот, и тогда начинается, ой, подождите, ну я как бы не могу следовать идеально, значит я не буду следовать вообще. Это одна из очень больших ловушек в начале вайшнавы, именно такое, попадают в эту ловушку. Или я супер вайшнав, или я, ну, я не могу следовать идеально этим принципам. Ну, значит, я никакой, поэтому не буду ничего делать. Вот, это такая не очень... А? Супер негодяй. Но сами действия фактически не являются адармой. Их никогда нельзя поощрять. Следуя по стопам Махараджа Парикшита, все главы государства должны заботиться о том, чтобы в государстве утвердились принципы религии. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. И всеми силами противодействовать распространению принципов безбожия, то есть гордыни, запрещенным отношениям с женщинами, то есть проституцией, употреблению одурманивающих веществ и лживости. Чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, можно отправить олицетворение Кали в места азартных игр, пьянства, проституции и скотобоин, если таковые имеются. Те, кто имеет такие безбожные привычки, могут упорядочить их, руководствуясь указаниями Писания. То есть определенные ну, этапы какие-то определенные.
Государство ни в коем случае не должно поощрять их. Иными словами, государство должно решительно пресечь все виды азартных игр, пьянства, проституции и обмана. Государство, которое хочет оставаться морально, хочет избежать морального разложения общества, может добиться этого, введя следующие принципы религии. И Шрила Прабхупада рассказывает, как должно быть государство. Кстати, вы знали, что Шрила Прабхупада планировал государство Вайшнава открыть? Не знаете? Мне Арджунвалху Прабху передал. Вот он, план был такой. Закупаем все, все места в Майяпуре. Вот. Делаем хорошую общину, очень сильную и самодостаточную. Отделяемся от Индии, создаем свое государство, создаем свою монету, и это будет монета Чайтанья. Это будет один Чайтанья, два Чайтанья, пять Чайтанья. Вот. Мы будем производить духовные продукты и будем их распространять по всему миру. А президенты храмов будут послы этого государства. Прикольно? Класс. Может быть, когда-то и будет, чего нет. Это из беседы с одним преданным, который сам говорил с Шрилой Прабхупадой. Это было лично, это не было публично, это было лично. Это, то есть, были замыслы Шрилы Прабхупады, насколько он очень широко мыслил. То есть он был очень широкомыслящей личности. Итак, пункт первый. Установить как минимум 2 дня обязательных для поста в месяц. То есть это государство должно быть. Даже с экономической точки зрения эти 2 постных дня позволяют сберечь тонны продуктов и, кроме того, в целом улучшает состояние здоровья людей. Второй пункт. Вести обязательное бракосочетание юноши и девушки. Девушек, достигших, соответственно, 24 и 26 лет. В их совместном обучении в школах и колледжах нет вреда при условии, что юноши и девушки состоят в законном браке. А в случае возникновения интимной связи между обучающейся юношей и девушкой, они должны вступить сразу в брак, чтобы исключить недозволенные отношения. У меня в семье было такое, как бы моя сестра встречалась с одним парнем, и этот парень как-то остался ночью. И как раз вошел папа. Говорит, завтра в ЗАГС, быстро! Они пошли в ЗАГС. Они пошли в ЗАГС, у них там семья, все хорошо, все классно. То есть, как бы даже в советские времена такие, ну, как бы не до недавнего, сколько это было, да. Моя сестра старше на мне на 20 лет, ну лет 30-40 назад где-то, может. Развод поощряет проституцию, поэтому его следует отменить. Пункт третий. Граждане как индивидуальности, так и совместно должны жертвовать до 50% своих доходов на создание духовной атмосферы в государстве и обществе. Они должны проповедовать принципы Бхагавад-гиты посредством карма-йоги, регулярного слушания Шримад-Бхагаватам, совместного воспевания славы Господа дома и в местах богослужения. Служить Бхагаватам, заняты проповедью Шримад-Бхагаватам, проживать в таких местах, где атмосфера насыщена сознанием Бога. Если управлять государством указанными методами, сознание Бога естественным образом распространится повсюду. Вот так-то. Государство Шрилы Прабхупады. Считается, что все возможные азартные игры и даже сделки, связанные со спекуляцией, ведут к деградации человека. И если в государстве поощряются азартные игры, в нем полностью исчезает правдивость. Надо немедленно обязать юноши и девушки жениться до достижения указанного возраста. Всевозможные бойни должны быть немедленно закрыты и запрещены. Мясоедам разрешается употреблять мясо только в соответствии с указаниями священных писаний и никак иначе. Необходимо запретить употребление любых одурманивающих средств, будь то курение, желание табака или чая. Конец комментария. Вот так-то. Вот. Ой, боже мой, время так быстро летит. Так, ну, хорошо. Вот, тогда я попробую быстренько все решить, вот, потому что у меня только 50 минут. Это еще с вопросами и ответами. У вас же нет вопросов, правильно? Ну, джай. А, есть уж. Итак, 4 принципа, о которых мы говорили, то есть азартные игры. Это первый из них, и я сегодня с материальной точки зрения попытаюсь рассказать о них.
Азартная игра, говорит, это была беседа между Шрилой Прабхупадой и Шьямасундрой. Шьямасундра задал Шриле Прабхупаде вопрос, что такое азартная игра. И Шрила Прабхупада говорит, ты что мне спрашиваешь, ты что, никогда не играл в азартные игры? Шьямасундра Прабху говорит, ну да, играл, ну тогда что ты мне спрашиваешь? И после этого Шрила Прабхупада начал объяснять, и вот что он объясняет. Азартная игра — это когда вы ставите на кон $1 и можете получить 10, а если нет, теряете все. Вот. Более того, в Джанси, когда Шрила Прабхупада пытался основать Лигу преданных, там он письмо написал, так написано оно «Письмо братьям». Вот. И там упоминаются такие вещи, как это не просто вот такое, как я отметил выше, а более обширно. Любые праздные виды спорта, жизнь преданных, она создана для того, чтобы отдать ее Богу. У них нет времени для того, чтобы заниматься чем-то другим. То есть любые игры и спорт, это как бы, ну, как бы оказывается азартная игра, ну, в таком широком понимании. И Бхактивинод Такур в своей статье про Кали вот, давал определение азартным играм. Он говорил, любые игры с неодушевленными предметами, представляете себе? И это карты, кости, шахматы и другие вещи. В наше время это лотерея и казино. Сиси горен так идем. И Бхактивинод Такур говорит, почему нельзя. Вот. Что из этого? И если я буду играть, то что? Что будет? Вот. И он говорит, что в тех местах, где играют в эти игры, возникают ужасные ссоры. Согласны? Вот. Я знаю, мама, папа играли в ссоры, в карты. Вот. И я играл тоже с ними, и братья тоже играли вот, до сознания Кришны. Вот. Я помню, мы всегда спорили по поводу этих карт. И нередко это заканчивалось какими-то ссорами. Вот, следующий пункт. С помощью обмана и лицемерия хотят добыть себе денег. Есть история с Рукми. Вот, помните, там была свадьба. Вот, это была дочь Рукми и, кажется, внук Кришны, если я не ошибаюсь. Вот, и у Рукми был зуб на Кришну, потому что ну, тот украл его сестру. Вот, он хотел ее выдать за Шишупалу. И там был один царь, который всегда скалил зубы. Он говорит, давай вызови Балараму на играть в шахматы. Мы проучим Кришну, мы возьмем ее, позорим Балараму. Это была очень плохая затея. Вот. И они начали там играть в шахматы, и Баларама проиграл. Да, да. Потом он выиграл, потом опять выиграл, и уже был, я не стану в деталях, сколько он там выиграл раз, но уже был голос из небес, который говорил, Баларама выиграл. Вот. Но там был один царь, который говорил, Рукми, не выиграл, что? И он всегда скалил зубы. Вот. И там был даже на кон поставлен 1 000 000 золотых монет. Вот. То есть можно представить, насколько богатые тогда были люди. Вот, и люди, они тогда сказали, нет, вы не выиграли, вы пастухи, что вы можете играть в шахматы, не знаю что, и тогда Баларама разозлился, а с Баларамой шутки плохи, как бы он решает вопросы намного быстрее, чем Кришна. Была просто булава, он схватил булаву и Рукми по голове, бяу, убил, схватил того царя и выбил ему зубы. Все принцы там, которые были там, которые поддерживали Рукми, начали разбегаться в разные стороны. Кто успел хорошо, кто нет, поломал им ноги, руки, кого убил. Ну, короче, такое было. Да. А в это время Кришна наблюдал как бы и молчал. Потому что если бы стал на сторону Рукми, обидел бы брата. Если стал бы на сторону Баларамы, обидел бы свою жену Рукмини, которая была сестрой Рукми. Вот. Итак, это с точки зрения священных писаний, а сейчас с точки зрения научных исследований. Вот, были проведены научные исследования австралийскими учеными. Вот что они говорят. Финансовый стресс, ложь и аргументы, которые могут возникать вокруг проблемных игроков или игроков, которые привязаны к азартным играм, приводят к значительному давлению к семьям. Причем одна из 10 австралийских игроков говорит, что один из 10 он разрывает отношения в семье, то есть один из 10 он ну, как бы разводится. И в Австралии в год именно из-за этого они установили, что разводится где-то 1600 разводов в год. Вот. 23 миллиона живут в Австралии, то есть около практически 1% людей только из-за азартных игр разводятся, просто разводятся. По понятным причинам.
Вот. Еще люди, которые привязаны к азартным играм, вот, теряют темпы работы. Они ну, теряют производительность за счет опозданий и других вещей. Вот. Еще исследования говорят, что 52% проблемных игроков потеряли свое имущество, вот, а чтобы выплатить долги за азартные игры, они шли на преступление. Вот. По данным, ну, кражи были. И по данным, вот, 52-57% этих игроков украли они на общую сумму $30 миллионов. Вот, вот так вот. То есть, как бы, есть. Еще важные аргументы от ученых. Актуальные проблемы с зависимостью от игр рассматриваются в связи с такими последствиями. Вот, 23% из всех игроков имеют финансовые проблемы. 35% из всех игроков разведены. У 80% из них нарушены межличностные отношения в браке. Вот. Дальше интересное, что 60% этих игроков вот, совершают правонарушения. Высокий уровень суицида. Вот. От 13 до 40% из тех, которые играют в азартные игры, совершают самоубийство. Вот. То есть вот такой интересный момент. Лас-Вегас считается одним из самых больших центров азартных игр. И в этом... В нем зафиксирован самый большой процент самоубийств в мире просто. Шрила Прабхупада не раз говорил, что в Европе куча, ну, куча таких заведений были, куда люди приходят, проигрывают свои деньги, совершают самоубийство, их тела просто выбрасывают на улицу. То есть сейчас мы говорим о каких-то статистических данных. Вот так вот, только азартные игры. Я помню, я тоже пробовал. Вот, я какой-то... Услышал там какую-то схему в интернете, что типа надо ставить на черное и на красное, или какие там цвета есть, ну так или иначе, неважно. А, вот, и интересный момент, спасибо, идеально, да. А, вот, интересный момент, что там, короче, ставишь на черную, там 5 лей, например. Если ты проигрываешь, значит, ставишь еще уже вдвойне, то есть уже 10 лей. Если еще раз проигрываешь, значит, 20 лей. Еще раз проигрываешь, тогда 40 лей. Я подумал так, ну, вроде логично. Я пошел первый раз, второй раз, вроде выиграл. Но на третий раз, вы знаете, там поставил 5, проиграл, 10 проиграл, 20 проиграл, 40 проиграл, 80 или сколько там, уже 160 проиграл, еще больше проиграл. Конечно, в итоге проиграл все, я больше туда никогда не шел. И сколько стресса там было, сколько, я говорю, не-не-не. Но это до сознания Кришны, я уже понял, что это нехорошо. Вот. Следующий принцип – это одурманивающие вещества, вот, то есть иллюзия. Ну, имеется в виду одурманивающие вещества, те, которые, ну, создают определенную иллюзию в мозгу или в сознании. Вот. И интересный факт, что есть 4 разновидности иллюзий. Для меня было интересно, может, вам тоже будет интересно. Это, понятно, интоксикации, вот, 6 врагов, то есть мы знаем, вожделение, гнев, жадность и так далее. Атеизм, это тоже является иллюзией. И самое важное, которое меня поразило, лень. Лень — это тоже является, ну, как бы иллюзией. Вот. И Бхактивинода Тхакур говорит, что все грехи обитают в одурманивающих веществах. И он говорит в читании Шикшамриты: табак убивает способность мыслить и делает человека тупым. Вот. И вследствие такой человек просто отворачивается от Бога. Ганджа или марихуана, как у нас принято говорить, вот, она напрочь убивает мозг, напрочь убивает разум, полностью уничтожает. Вот. И приготовьте, сейчас будут, ну, ужасные цифры. Вот, я смотрел, я в шоке просто. Я специально пытался понять, как это работает. Вот, спиртное поступает в кровь, и человек начинает пенеть. Слизистой желудка всасывается примерно 90% принятого внутрь алкоголя. Алкоголь разрушает центральную нервную систему. Он изменяет функции нервных клеток, проникая внутрь их.
каждый второй больной алкоголизмом имеет пораженную сердечно-сосудистую систему. Алкоголь поражает поджелудочную железу, влияет на печень, желудок и пищевод. Сильнее всего от алкоголя страдает человеческий мозг. Алкоголь склеивает эритроциты в крови, что приводит к образованию тромбов. Доказано, что 100 грамм водки убивает 8000 мозговых клеток. Всего лишь 100 грамм. В результате мозг становится меньше в объеме, на нем проявляются рубцы и не исключены также кровоизлияния в мозг и пустоты. Вот так-то. Официальный сайт, мэрии в Питере, в Санкт-Петербурге, я нашел, смотрите, что у них написано. Интересный момент. Алкоголь даже в малых дозах вызывает эмоциональную зависимость. Академик Павлов установил, что рефлексы после употребления небольшой дозы спиртных напитков пропадают и приходят в норму спустя через 7 или 11 дней. Постепенно количество употребленного алкоголя может вырасти, согласно данным у людей, умеренно употребляющие алкогольные напитки, через 4 года вероятность усыхания клеток мозга составляет 85%. Алкогольные напитки в низких дозах вредны для печени, сосудов и кожи человека. Увеличивается риск сахарного диабета, гипертонии, панкреатита и рака. Получаете ли вы вред или пользу от алкоголя, решайте только вы. Но лучше оградить себя от такой пагубной привычки. Спиртные напитки и сигареты сами по себе представляют вред для организма. Табачное курение в сочетании с алкоголем наносит двойной удар по организму. Табакурение в сочетании с алкоголем наносит двойной удар по организму. Вред алкоголя и курения выражается в эффекте взаимоусиливания. Согласно информации о вреде алкоголя, риск образования раковых опухолей в легких, гортани, у пьющих и курящих выше, чем у обычных людей в 7, а то и в 9 раз, чем у тех, кто не курит. У алкоголиков выше, чем у обычных людей в 5-6 раз усиливается риск того, что он заболеет раком. При сочетании двух вредных привычек злокачественные опухоли могут возникнуть в 40% случаев. То есть из 10 4 точно. Вот. Исключая хотя бы один фактор, риск значительно снижается. Вот так вот. Еще несколько статистических данных. Около 50% всех дорожно-транспортных происшествий возникают по причине алкогольного воздействия на организм водителя. Знаете, сколько людей умирает в год от катастроф? Больше миллиона. Больше миллиона в год. Вот. Пьяный человек за рулем способен нанести вред не только себе, но и другим, и пешеходам, и так далее. О вреде алкоголя должны знать каждый человек, начиная с детских лет, так как последствия могут быть необратимы. Необходимо проводить регулярные беседы о влиянии спиртных напитков среди молодежи и взрослых людей, привлекать общество к здоровому образу жизни. Вот так-то. Еще несколько статистических данных. Во всем мире в результате вредного употребления алкоголя ежегодно происходит 3 миллиона смертей, что составляет 5,3% всех случаев смерти. Вредное употребление алкоголя является причинами факторов более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. Потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности относительно на более ранних стадиях жизни. Среди людей в возрасте 20-39 лет примерно 13,5% всех случаев смерти связано с алкоголем. Существует причинно-следственная связь между вредным употреблением алкоголя и целым рядом психических и поведенческих расстройств. Сегодня был, кстати, такой интересный случай, как мне подходит человек на санкиртный с Шишупанишадой и говорит, где вас найти? Я говорю, Кагалнычана 59/1. Я смотрю на него и понимаю, что-то не так. Вот. Но я так как забыл, как выглядит пьяный человек,
Вот, и он говорит, мне срочно нужен наставник, наставник на месте. Я говорю, и в это время думаю, пока он говорит. Я говорю, нет, в 2 часа будет наставник на месте. Мне надо срочный наставник. Вот, я пошел, и что-то берет телефон и начинает что-то орать, говорить что-то. Я понимаю, он пьяный. И через какой-то момент он звонит мне. Он говорит, я на пересечении Перкалаб и Матеевич, куда мне идти? Я понимаю, ё-моё, он сейчас придет в храм точно. Я говорю, извините, плохая связь, очень плохая связь, простите, да, да. Поставил трубку. Вот. В интернете есть такая картинка, наверняка вы видели такую, вот, не знаю, насколько она авторитетна, но вот. Алкоголь – это 90% всех случаев сексуального насилия, 80% первых сексуальных опытов, 70% незапланированных беременностей, 60% всех случаев передачи инфекций, которые передаются половым путем, 50% дорожно-транспортных происшествий, 50% распада семей из-за того, что кто-то из супругов увлекается алкоголем, 50% всех убийств и 25% самоубийств. Пожалуйста. Это мировая статистика, да. 50% убийств, да, и 25% самоубийств. Самоубийств. Это да, это по миру идет такие данные. Всемирная организация здравоохранения констатирует, что курение табака убивает до половины людей, которые его употребляют. По данным ВОЗ, то есть Всемирной организации здоровья, от последствий употребления табака ежегодно гибнет более 8 миллионов человек. Более 7 миллионов случаев смерти происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 1,2 миллиона среди некурящих, но которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. Вот так-то. Табачный дым содержит 70 химических веществ, которые вызывают рак. Вот. Рак также содержит... Табак также содержит никотин, являющийся высоким... аддиктивным психоактивным веществом. При курении табака и никотин вызывает физическую и психологическую зависимость. Вот такие вот данные по поводу... Вот некоторые отчеты. Одновременно с этим Центры по контролю и профилактике заболеваний США описали употребление табака как единственный наиболее предотвращаемый риск для здоровья человека в разных странах, а также основной причиной преждевременной смерти в мире. Основная причина, то есть как бы не то, что... В настоящий момент количество преждевременных смертей в США от использования табака, согласно отчету 2014 года, вот... Это до 1 миллиарда людей по всей планете. Вот так-то. То есть это такая очень серьезная вещь. Итак, еще несколько ужастиков. Употребление табака чаще всего приводит к заболеванию сердца, печени и легких. Курение является ключевым фактором риска сердечных приступов, инсультов, хронических обструктивной болезни легких, включая, ну тут хронические какие-то болезни перечисляются, которые я поломаю язык, если все их почитаю. Нескольких видов рака. Вот. Курение также вызывает заболевания сосудочной системы, повышение кровяного давления. Последствия зависят от длительности курения, а также от интенсивности. Начало курения в разном возрасте и курение сигарет с высоким содержанием смолы. Кроме того, было выявлено, что пассивное курение вызывает тоже неблагоприятные последствия. Вот. Это было алкоголь и курение. Как бы я уже молчу про наркотики, марихуану и так далее. Это вообще просто ужасные вещи. Там вообще статистика просто жесть. Вот, это мы с вами только два принципа, да, то есть как бы два принципа. Мы сейчас смотрели с материальной точки зрения, я ничего духовного не сказал, я просто статистику привел, что к чему приводят эти вещи. Это не там на небе, это тут, на земле.
мясо, рыба и яйца. Вот интересный момент, что если, ну как бы, если преданный, который, если он полностью посвящает свой ум, речь и тело служению Богу, даже если он убивает случайно, это не считается, он очищается сразу же. Вот. Человек, который не преданный, если он даже случайно убивает, ему придется за это расплачиваться. Вот. И там есть специальные ритуалы, как надо очищаться и так далее, и так далее. И слово «мясо», оно произошло как раз-таки от слова «мамса», «мамса», что значит буквально «ты меня», то есть «мамса», «ты меня», то есть «я тебя сейчас кушаю, а ты в следующей жизни меня». Интересный тоже момент, Бриджабхас Прабху приводит в семинаре, у него есть классный семинар, вот, я на основе его семинара как раз и приготовил сегодняшнюю лекцию, называется «Почему мы должны…» или «Важное следование четырем регулирующим принципам», две части, там очень интересно. И он приводит кучу-кучу всяких цитат, очень много. И интересно, что на русском языке нету происхождения слова «говядина». Вот, а слово «говядина» — это как раз-таки санскритское слово. Потому что слово «гоу», что значит «это корова», вот, а «вятха» — это убийство переводится. Так-то, если… И любой человек, который пристрастен к, вот, ну, другими словами, кто виновен в этом грехе, не тот, который убивает, не только тот, который убивает. Тот, который убивает, это раз, тот, который покупает, это два, тот, который разделывает, это три, и тот, который это приготовляет эту пищу, это четыре. Это неестественно для человека убивать. Я помню, в детстве мы с братом пытались убить гуся. Мама с папой уехали куда-то. Вот, и мы, ну, как бы, надо было есть. И брат говорит, будем кушать гуся. Я говорю, а как его кушать? Его надо же убить. А вот он говорит, малый, молчи, я знаю как. Ну, он старше на мне на 5 лет, я говорю, окей. Ты будешь его держать за голову, а я буду ему резать голову. Я говорю, можно я не буду это делать? Он говорит, молчи, я сказал, надо, хочешь кушать мясо? Кушать нечего, я говорю, ну, хорошо. Я взял этого гуся за клюв, поставил и отвернул голову, чтобы не видеть это все. Вот, а брат пытался топором ему отрезать голову и тоже закрыл глаза, потому что это ужасно. Ну и, к сожалению, он не попал до конца, короче, половина шеи только ему порезал. Бедный гусь болик бежал по огороду, брат на меня кричал, говорит, ты не можешь нормально держать, как бы. Бежит за этим гусем с ножом, я смотрю на эту картину, я мясо не кушал, я мясо больше не кушал. И делались эти эксперименты, когда горелись, ну, в маркетах, может, вы видели. Там человек говорит, будьте колбаску тебе. Да, да, будем колбаску. Ой, извините, закончилась колбаска. Я сейчас пойду за этим, за новым поросенком. И он берет нового поросенка и ставит, типа, его в мясорубку туда. И люди, не-не-не, пожалуйста, не-не-не. И только слышно, квиз. Он говорит, ну, все, как бы, все нормально. О, как раз колбаска, будьте колбаску. Нет, ни один не согласился взять эту колбаску. А Джон Леннон сказал, что если бы у Боин были стеклянные стены, как бы, вот, никто бы не ел мясо, никто бы не ел мясо, потому что там ужасная вещь. Любой здравомыслящий человек понимает, что животное – это такое же живое существо, как и ты, она чувствует боль так же, как и ты. Всю жизнь буду помнить этого поросенка, на которого папа попросил на него сесть, когда он его зарезал. Там поросенок бежит по этому хлеву, он с ножом за ним, стой! Убил его, говорит, все, я убил сынуля, садись сверху. Я говорю, не хочу. Вот, то есть это не аморальные вещи, даже маленькие дети понимают эти вещи. Но это очень большие кармические реакции. Причем эти кармические реакции мы получаем не в следующей жизни, в этой. И сейчас мы почитаем по поводу этого. Ману говорит, что тот, кто ест... А, это мы про мясо. Вот. А про рыбу, почему рыбу нельзя? Интересный такой момент. В Ману Самхите Ману говорит, что тот, который ест рыбу, ест все остальные виды мяса. Ни много и ни мало. Становится вопрос, почему, правда? Потому что, когда попадает в реку любое тело, рыба это ест. Так-то. Вот. Она ест и человечину, и говядину, и все подряд. Поэтому рыбу не есть. Вот. А мясо почему? Ой, а яйца мы не едим, потому что это зародыш, и это считается самой оскверняющей вещью, которая может быть. Ну, как бы очень противная вещь. Вот. Поэтому сейчас мы поговорим с вами о мясе. Наши преданные сделали уже, привели какие-то определенные цитаты из научных исследований. Вот. Мы их тоже чуть-чуть сегодня почитаем. Еще в 60-х годах ученые высказали предположение, что развитие атеросклероза и болезней сердца так или иначе связано с употреблением мясной пищи.
В журнале Американской ассоциации врачей за 1961 год сказано: переход на вегетарианскую диету в 90-97% случаев предотвращает развитие сердечно-сосудочных заболеваний. Проведенные с тех пор исследования неопровержимо доказали, что после алкоголизма и курения употребление в пищу мяса является главной причиной смертности в США, Австралии, государствах Западной Европы и других разных стран мира. Ни много, ни мало. Другая статья в журнале Lancet сообщает, в районах, жители которых отдают предпочтение пище, содержащей большое количество жира и животного белка, часты случаи заболевания раком толстой кишки, тогда как там, где питаются преимущества вегетарианской пищи, содержащей небольшое количество жира и вещества животного происхождения, случаи таких заболеваний встречаются сравнительно редко. Ресо Ресел в своей книге о причинах заболевания раком пишет: «Я обнаружил, что из 25 стран, жители которых питаются преимуществом мясной пищей, в 19 очень высок процент заболевания раком, и лишь в одной стране он относительно низок. В то же самое время из 35 стран, жители которых употребляют мясо в ограниченном количестве или не едят его совсем, нет ни одной, в которой процент заболеваний раком был бы высоким». Каковы причины того, что люди употребляют в пищу мясо, склонны к этим заболеваниям? Одна из причин, по мнению биологов и диетологов, заключается в том, что пищеварительный тракт человека не приспособлен к перевариванию мяса. Плотоядные животные имеют сравнительно короткий кишечник, в три раза длиннее, чем тело, что позволяет своевременно выводить из организма быстро разлагающиеся и выделяющие токсины мяса. Ну, в принципе, да, если так-то взять, я не знаю, что там в желудке происходит, но температура тела больше 30 градусов, мясо на 30 градусов, что с ним будет? Жесть. У травоядных животных кишечник в 6 раз длиннее, чем тело, так как растительная пища разлагается намного медленнее, чем мясо. Человек, как и травоядные, имеет длинный кишечник, поэтому, когда он ест мясо, в его организме образуются токсины, которые затрудняют работу почек и способствуют развитию подагры, артритов, ревматизма и даже рака. В 1883 году, основываясь на результатах подобных исследований, Американская академия наук сообщила, что люди могут избежать многих раковых заболеваний, уменьшив употребление жирного мяса и употреблять в пищу больше овощей и злаков. То есть, я думаю, комментарий тут не надо. Вот. С точки зрения экономики, мясо – это пища, которую Мясо – это пища, которую потребляет меньшинство за счет большинства. Для того, чтобы получить мясо, зерно, которое можно использовать для питания людей, скармливает скотов. По данным Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, более 90% всего зерна, производимой Америкой, уходит на откорм домашнего скота и птицы, коров, свиней, овец и кур, которые в конце концов оказываются на обеденном столе. Использование зерна для получения мяса является безумным расточительством. Статистика, опубликованная Министерством сельского хозяйства США, свидетельствует о том, что для получения 1 килограмма мяса нужно скормить скоту 16 килограмм зерна. 16 килограмм зерна. И нечего есть. В своей книге «Диета для маленькой планеты» Франс Жур Лапе предлагает нам, предлагает нам представить, что мы сидим перед тарелкой большого бифштекса, а теперь представьте, что в той же комнате сидит 45-50 человек, перед каждым из них пустая тарелка. Зерна, потраченного на один ваш бифштекс, вполне хватило бы, чтобы наполнить тарелки всех 50 человек.
Так-то. В богатых странах скот откармливается не только своим зерном, но и богатыми белком продуктами, которые закупаются у бедных стран. Георг Баркстрём, специалист по географии распределения пищевых продуктов, отмечает, что треть урожая африканского арахиса по содержанию белка арахис ничем не уступает мясу, используется странами Западной Европы для того, чтобы откормить скот и птиц. Другая цена, которой приходится платить за употребление в пищу мяса, загрязнение окружающей среды, слив сточных вод и сброс отходов с мясных комбинатов и откормочных ферм в реки и водоемы. Это является на самом деле одной из основных причин их загрязнения. То есть экология страдает просто. Уже ни для кого не секрет, что источники чистой питьевой воды на нашей планете не только загрязняются, но и постепенно истощаются. И особенно расточительно расходятся в воду именно мясные промышленности. Ну, как бы больше всего употребляет именно мясная промышленность. Георг Борстред утверждает, что сточные воды скотоферм загрязняют окружающую среду в 10 раз больше, чем городская канализация, и в 3 раза больше, чем стоки промышленных предприятий. Поль и Алла Эрлих в своей книге «Население, ресурсы и окружающая среда» пишут, что для выращивания 1 килограмма пшеницы требуется 60 литров воды, а на производство 1 килограмма мяса затрачивается, внимание, от 1 тонны 250 литров до 3 тонн, или 3, как это называется, в литрах, 3 тонн, короче. Вот. В 1973 году New York Post опубликовал статью, в которой говорилось об ужасающей перерасходовании воды, ценнейшего природного ресурса, на одной крупной американской птицефермы. Эта птицеферма расходовала 400 тысяч кубометров воды в день. Этого количества достаточно было обеспечить водой город с населением 25 тысяч человек. 25 тысяч человек — это... Ну, короче, это много. Вот такие вот интересные моменты по поводу мяса. Вот. Что будет, если мы будем кушать мясо, рыбу, вот, и яйца, и так далее. Вот. И самый интересный такой из всех остался. Как хорошо, что осталось мало времени, я меньше буду о нем говорить. Вот, это незаконные половые отношения. Вот, и интересный момент, что такое незаконные половые отношения, потому что Сила Прабхупада в письмах, особенно есть книга «Грихастха Ашрам», он там говорил, ну, преданным в мужских телах, что если, ну, вожделение слишком сильно, женись, как бы. Вот. Но на самом деле это уступка для людей, которые, ну, прям все очень плохо. Потому что незаконные — это не значит вне брака. Вне брака — это самый низший стандарт. Это Бриджабаси Прабху говорит. Поэтому, пожалуйста, не бросайте меня помидорами. Если что, это к нему все вопросы. Вот. Он кучу цитат привел, где Сила Прабхупада именно говорит, что на самом деле не закон для человека, внимание, выбросил семя, появился ребенок. Если такого нету, то есть ребенок не появился, это незаконно, как бы, вот и все. Вот так вот. То есть в браке только для зачатия детей. Это стандарт, это брахманический стандарт. И как-то он опровергает, потому что очень много говорится, ну подождите, Сила Прабхупада хотел, чтобы мы как бы создали общество брахманов, вот, но мы не все брахманы, и как быть, и что... И он четко говорит, ну, как бы, если вы не можете следовать, может, не стоит получать посвящение, вот и все. Потому что Сила Прабхупада как раз-таки создавал общество брахманов, вот, поэтому оно очень важно. Вот, и Сила Прабхупада в одной из цитат, он говорит, что даже если вы будете в браке вступать в половые отношения, ну, как бы, даже на хороших дорогах есть аварии. И что имеется в виду под аварией, это незапланированная беременность. Вот, это есть авария. Вот. И он приводит пример, как бы, я не помню, это Дити была или Адити с Кащапой Муни? Дити, да? Ну, окей, Дити. Вот. Она, когда попросила своего мужа, чтобы тот вступил с ней
ну, как бы в половые отношения, в итоге родился Хираньякша, Хираньякашипу. И это не единственный случай, вот, потому что если даже, ну, как бы Бриджабхасипрабху так говорит, что это не гарантия того, что если у вас родится ребенок у преданных, он прям таки будет преданный. И он приводит цитаты из шаст, например, Вену Махарадж, как бы его отец был преданный, а Вену Махарадж, ну, как бы, ну, непонятно что. Или Махараджа Приеврата, у него тоже сын родился, который хотел на Питрилоку попасть почему-то, вот. И Шрила Прабхупада рассказывает, что там просто оказывается в момент зачатия очень сильно влияет сознание, ну, как бы, когда начинает. Поэтому, короче, в самом худшем случае появляется варна-санкара, нежелательное потомство. Вот. Хотел пошутить, ну ладно, уже пошучу. Как раз-таки это одна из варна-санкара прямо сейчас сидит на Вьясасане перед вами. Ну, короче, шанс есть. Что моя мама не была замужем. Вот. А папа, ну, как бы был женат, и так получилось, короче. Забеременели обе женщины, его жена и моя мама. Ему приходилось выбирать. Он выбрал жену, конечно. А мама, похоже, не знала про аборт, не знаю. Да. Вот. Кстати, по поводу алкоголя, как могу сказать, на своей семье, потому что, ну, моя мама утонула вследствие того, что она употребляла алкоголь, прыгнула в воду, как бы, и у нее кровь сразу сжалась, ну, очень температура большого, ну, была в теле, она умерла очень быстро. Бабушка цирроза печени умерла, когда мне было 11 лет, вот, я ее регулярно просил не пить. Потом меня приютила семья, вот, следующая, и там папа уже тоже умер от цирроза печени, как бы. Там дедушка умер от табака, у него с легкими, рак легких был. То есть, как бы, не понаслышке могу сказать, что это не очень хорошая вещь. Вот. И какой риск от половых отношений? Первое, как бы, теряется семя. Второе, беременность. Третье, риск заболевания, это, ну, как бы, всякими болезнями. Вот, и в Аюрведе говорится, что почему, ну, как бы, Бриджабхасипрабху, он говорит, что семя, оно очень близко по составу с мозгом, то есть, вот, и когда человек теряет семя, ну, все очень плохо, вот, на самом деле. И в Аюрведе говорится, что как формируется она, вот, первый раз, вот, есть такое вещество, как ну, еда, когда она когда попадает, вот, она называется сапта. Потом следующее – это раса. Вот, это нечто, что получается из переваренной пищи. Она питает все ткани и клетки тела, и она аналогична плазме. Потом следующий этап – это рактадхату, считается основой жизни. Она аналогична циркулирующим клеткам крови, и не только она питает ткани тела, но и обеспечивает физическую силу и живость тела. Потом мастадхату – это мускулистая ткань. Ее главная функция – обеспечивать физическую силу и поддерживать медадхату. Меда – это жир. Вот, он состоит из, ну, медадхата состоит из жировой ткани, обеспечивающий поддержание адхидхату, также медадхату, и обеспечивает тело смазкой. Вот. Аштидхату – это включает в себя ткани костей, хрящи, и ее главной функцией, которая осуществление непосредственного поддержки вот, мышц и обеспечение поддержки мастадхату. Мастадхатху у нас – это мышцы, да, мышцы. Вот. Маджа-дхату относится к желтой и красной ткани костного мозга. Вот. Ее главная функция – заполнять ашти, то есть кости. И шукра-дхату относится к репродуктивной ткани. Ее главная цель состоит в том, чтобы способствовать воспроизводству ну, как бы, и усиливать тело. То есть, ну, как бы, семь этапов проходит, пока это
пока это превращается в семя. Также по данным современной медицины, чтобы сформировалась одна капля семени, надо по разным данным 40-60 капель крови. То есть за один акт человек выбрасывает от 4 до 10 мл семени, что равно 250-60 мл крови. То есть за один сексуальный акт пол-литра крови, до свидос. Сразу. Для того, чтобы это восстановить, надо 72-82 дня. Вот. Если потеря семени происходит часто, организм не успевает восстановиться, вот, и тогда начинает страдать гормональная система, которая понижает уровень дофамина и тестостерона. Тестостерон отвечает за мышечную массу, формирование костей и физические показатели мужчин. Вот так-то. Человек, последствия для тела. Пропадает сразу иммунитет, проблемы со сном, слабая выносливость и физическая сила, быстрое старение, кожа становится дряхлой, мышечная масса не растет, даже при тренировке мышцы по-любому становятся дряхлыми. На сознание слабая память, неспособность концентрироваться, слабая сила воли и нежелание что-то либо делать. Нежелание творить, апатия, раздражительность и нервозность. Вот такие вот могут быть последствия от самой невинной вещи, казалось бы. Вот. Но дальше, но это не все. Вот. Дальше, если все-таки человек забеременеет, и это нежелательно, мы знаем, что есть такая вещь, как абортов. И вот, внимание, за 2020 год в мире провели более 42 миллионов абортов, 42 миллиона абортов, что превышает общее число людей, погибших от инфекционных болезней, рака, курения и алкоголизма вместе взятых. Вот так. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году от инфекционных заболеваний, ну это следующая вещь, то есть, насколько я помню, в войне умерло там 50 миллионов, вроде, не знаю, насколько верно, 50 миллионов человек. У нас в наше время умирает как бы 42 миллиона каждый год. Абортов делается каждый год. Вот. Дальше, если человек пристрастен к таким вещам, он может подцепить какую-то болезнь, которая передается половым путем. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году от инфекционных заболеваний по всему миру погибло более 13 миллионов человек. Около 8,5 миллионов человек погибли от рака. Но это общая цифра, говорится. 13 миллионов умерло, 8,5 умерли от рака, почти 5,1 миллионов погибли от курения, 2,5 миллионов человек умерли от алкоголизма. Вот, по данным университета Джона Хокинса, в 2020 году от коронавируса умерло 1,8 миллионов человек. Вот, от инфекционных болезней в мире погибает каждый год 1,4 миллиона людей погибают. А с этой болезнью живут... Сейчас, секундочку, мое время вышло. С этой болезнью живут 127 миллионов человек. То есть с такими болезнями по всему миру живут... Вот такие вот... тут еще несколько вещей есть. Вот. 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 В 2020 году общемировое число людей, живущих с ВИЧ, вот, то есть со СПИДом, это 37,6 миллионов человек. В 2020 году число новых случаев заболевания 1,5. И это растет, и растет, и растет, и растет. Вот. К чему и это все? Вот. Я к тому, что преданный на самом деле просто человек, который пытается стать преданным, он просто пришел к духовному учителю и хочет стать преданным. Вот, и следует этим четырем регулирующим принципам, он избавляется от всех этих проблем, которые я только что описал. От всех абсолютно. Вот, это только начинающий вайшнав. Поэтому, пожалуйста, гордитесь, что мы вайшнавы. Вот, не следует скрывать то, что мы вайшнавы. Проблема у них, проблема не у нас. Проблема у них, что они не следуют этим вещам. Вот, как говорил Арджуна Кришна Прабху, говорит, будьте внимательны, в миру там есть очень опасные секты. Секта мясоедов, секта наркоманов, вот, секта азартных игроков и секта сексоманов.
Вот, поэтому будьте внимательны. Вот, потому что есть такая притча, помните, там человек, который узнал, что будут отравлены все колодцы, вот он приспасся водой и начал людям говорить, что подождите, вы с ума сойти сошли, потому что человек, который бы выпил воду из этого колодца, сразу бы сошел с ума. Вот. Но когда он увидел, его никто не понимает, поэтому он сразу же напился этой воды, чтобы быть со всеми. Поэтому гордитесь, что мы вайшнавы, вот, и что мы избегаем всех этих ужасов просто благодаря тому, что мы пытаемся как-то служить Богу. Харе Кришна, дорогие преданные, это все, что я хотел сказать сегодня. Если у вас есть какие-то добавления, несогласия, вопросы. Не, у нас еще есть 7 минут, нормально. Правдивость, насколько я помню. Вот, правдивость. А кали-юга называется бык раздора или семейная. Как это сочетать? Ну, бык про... Если в нашей юге осталась правдивость, то как же мы называем это веком лицемерия? То есть как, где она, эта правдивость? Ну, бык практически уже падал просто, вы знаете, просто. Правдивости тоже было мало. Я не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Может, старший вайшнава как-то вам ответит. Я не знаю. На самом деле, очень логичный вопрос, как бы я тоже не знаю, где это правдивость. А второй вопрос? Второй вопрос. Сейчас правдивость, она выражается в том, что нам дается возможность читать священное писание. То есть и правдивость, она в книгах. Вот. И также святые люди, они должны говорить правду. То есть брахманы, и благодаря тому, что мы распространяем это знание, проповедуем и даем это знание, вот на этом это может, как бы, вот этот век, оно может очистить. То есть вот эта правдивость, она может спасти этот век ваше собственное сердце. Окей. Спасибо. А второй вопрос? Второй вопрос. У меня произошла несостыковка. Я, конечно же, не сплю с вами, вот, но ведь рыба в океане, она не ест коров, туда не сбрасывают, да, там, понимаете, то есть много живых, это первое. И то, что я, опять же, слышала, не знаю, на кого ссылать, это было в лекциях Торсунова еще давным-давно, то, что зависит, кармическая реакция зависит от того, каких живых существ мы поедаем. То есть, грубо говоря, начиная от растения, заканчивая самым страшным убийством Равана, разница есть. Есть. Вот. И там градация шла такая, что вот есть растения, есть моллюски, по-моему, потом идут рыбы, потом какие-то живут, дикие животные, там домашние животные, потом совсем, которые близко к человеку, потом сам человек. То есть от этого зависит градация реакции. А здесь говорится, что рыба имеет такие же реакции, Да, имеется в виду, что она грязная, просто грязная, в этом смысле имеется в виду. Да, она падалью просто питается, падалью питается. Именно поэтому собакоеды, к числу которым относятся и мы до сознания Кришны, потому что поросенок не дальше от собаки ушел. Вот. Почему собака и поросенок считаются очень грязными живыми существами? Потому что они поедают, ну, значит, что поедают испражнения, вот и все. Поэтому они считаются очень грязными. Так и с рыбой. Она просто очень грязная, она питается всякой падалью. То же самое и яйцо. Можно напомнить? Еще посвященное писание говорит, что за поедание кусочка мяса человеку тысячи жизней страдает, там миллионы жизней страдает. Но по уровню, то есть раньше, например, корову приносили в жертву и еще какое-то животное, чтобы подводить в жертвоприношение, это животное, оно превратилось в человека. И по уровню сознания сначала, то есть рыба, она на более низком считается уровне. То есть поэтому, если есть выбор какой-то, хотя бы не есть мясо говядины, потому что все остальные.
должны причинять только беспокойство ни одному живому существу. В том числе это касается всех животных, и домашних животных, и птиц, и насекомых, и в том числе и рыб тоже. Да, конечно. Я как раз вот основываясь на этом понимании, спросила, почему. Да. И когда мы были вот на Радхакунде, там все местные жители наблюдали, во-первых, очень это святая Дхамма. Если бы вы побыли, там вы бы увидели, что все люди, они заботятся о всех животных, но больше всего заботятся о коровах. Потому что корова, она с духовного мира. Все кормят, во-первых, спонсируют, кормят коров, кормят рыб, рыбы живут там, водоемы живут рыбы, кошки всех кормят этих рыб. Собак кормят, кошек, ну кошек там мало, обезьян, павлинов. То есть все животные покормят, а все заботятся. Даже просто считается обидеть, там, какую-то собаку, там, пнуть, там, или еще что-то, это считается хорошо. Окей, спасибо. Последний. Скажите, пожалуйста, вы в лекции говорили о том, что, ну, азартной игрой является любой вид спорта? Не я, Бхактивинод Такур говорил. Да, и сегодня, например, финал... Можно смотреть, ну, мы же все-таки не фанатики. Фанатики, то есть говорили о том, что мы не отказываемся, в принципе, ни от чего. И что, если я скажу нет, вы не будете смотреть, что ли? Следующий вопрос. Возражу на это. Бриджавайс Прабху говорит, что вы можете играть в футбол только тогда, когда вы профессиональный игрок. Это ваша работа. Вот тогда вы можете играть в игру. А в всех остальных случаях нет. Помните Шрила Прабхупада, когда увидел гольф первый раз, помните? Не помните эту историю? Там он смотрит, говорит, а что они делают? Он говорит, в чем смысл этой игры? А смысл этой игры, чтобы попасть мячиком в лунку. Ну, как бы. И он, у него, насколько я помню, слеза так прокатилась, говорит, боже мой, на что они тратят свою жизнь? А? Для здоровья. Здоровье? Для здоровья. А, для здоровья, да. Для здоровья, да. Да, я объясню. Вот. Подождите, Матш, я сейчас объясню. Вот. Для здоровья Шрила Прабхупада говорил плавание, борьба или другие какие-то вещи. Почему такие, как бы мы читали, Бхактивинод Такур об этом говорил? Потому что они рождают споры среди людей. Видели, как бы? Я сам видел, как преданные играли в футбол. Это была ссора. Это была ссора, чуть ли не драка. Вот, это было на польском туре, я в шоке остался. Преданный, один дважды инициированный, один инициированный. Из-за игры в футбол. Вот тебе на. Вот, то есть там кого-то там подкатил, это говорит, ты чё, это ты чё, и началось просто. Вот так вам, вот вам игра в футбол. Вроде казалось бы, спорт, как бы все хорошо, не проблема. Хотите спорт, идите побегайте сами. Не проблема, как бы все хорошо. Да, то есть как бы, проблема азартных игр, вот таких простых, это в том, что оно приводит к тому, что люди будут ссориться. Вот футбол. Посмотрите футбол с тем, который болеет за противоположную команду. Посмотрите, что там будет. Есть же это около футбола. Есть же это. Я знаю, мой друг детства, как бы он мне показывал видео. Они собираются, одни болельщики одного клуба, болельщики другого клуба, что они делают? Они дерутся просто. И там есть смерти просто. Там просто дерутся не по-детски просто, они кого-то убивают. Поэтому все хорошо. Если, ну, вам Ананшак Прабу, я не знаю, как бы вам, вот кто у вас наставник, идите к наставнику. Вот, поэтому в этом проблема азартных игров, ну, азартных игр и так далее. Вот, я помню, я играл с Матой Чайтани Рупой в теннис. Я понял игру, меня выиграли, я внутри такой, надо отыграться. И так далее. Последний. Все, последний вопрос предыдущий. Ага. Да, спасибо. Нашли кого спросить. Да. Я недавно с одним авторитетным брамачарием разговаривал.
именно так приучил. Авторитетный брамачарь, говорит, да? Ну, в принципе, я такого аргумента никогда не слышал. Это материалисты такие аргументы. Ну, да. Вот, и поэтому, как бы, ну, я хотел какие-то, может быть, что-то. Так я в лекции говорил об этом. Человек, который сохраняет семя, у него, наоборот, иммунитет сильный. Наоборот, он это... У него здоровье намного сильнее, чем обычно. У него физическая сила больше. Более того, не верьте мне, просто и этому брамачарю не верьте, просто вбейте в YouTube воздержание, просто вбейте в YouTube. И там будут делиться опытом обычные материалисты, которые вообще не в теме. И они все говорят одно и то же, как бы это стало лучше для меня, это стало лучше для меня. И они говорят во всем, у меня сила воли сильнее, у меня появилась цель в жизни, краски моей жизни стали сильнее. Я начал качаться, это работает, как бы я начал какие-то деньги зарабатывать, у меня все стало в жизни нормально. До этого. Материалисты, не какие-то авторитетные брамачари. Я не знаю, что это за авторитетный брамачари. Материалисты как раз наоборот, что воздержание, оно приводит к... Не-не-не. Да посмотрите, просто... Да-да, просто вбейте воздержание в Ютубе, и все. Они говорят, что приводит к неудовлетворенности, к злобе, к там еще каким-то негативным качествам. Ну, конечно, по-другому как продавать? По-другому ничего не продашь. Вот. Если потому что... Ну, так-то, если взять, как бы, Ванча Калпа Трубяшча ко всем преданным в женских телах. Да мужчина что он будет делать? Да он будет спать на улице нормально, как бы, и покроет калибу, как бы, и нормально, ему там где-то, и все, хорошо. Весь материальный прогресс, все это благодаря женщинам. Женщина хочет дом, женщина хочет машину, женщина хочет все. И я знаю, я продавец, как бы, я знаю, что у меня покупают женщины. Мужчина очень, очень редко покупает, обычная женщина. Когда я продавал интернет, если выходит женщина, я знал, все. Продажа есть, практически есть. Надо два комплимента сделать, и дальше она решит с мужем проблему. Вопрос денег, все хорошо. Вот. Почему? Потому что, ну, так оно устроено. Так оно устроено. Вот. Я бы так сказал. Самые успешные люди, когда берут интервью, тоже говорят, что воздержание. Это, да? Первый принцип, и вставать утром, воздержание. Да, 100%. Я помню, я обучался в школе Алекса Яновского. Вот, он сейчас миллиардер, тогда он был миллионер. Вот, и он всем нам рассказывал, что надо вставать в 5 утра. Материалист, который зарабатывает деньги. Вот, просто вбейте в интернете то же самое «Успешные люди», вы увидите. Все они встают в 5 утра. Есть эта книга Робина Шарма «Магия 5 утра». Все говорят об одном и том же, все говорят об этом. Не то, что это какие-то вайшнавы, знаете, какие-то сектанты взяли, придумали себе какие-то правила, чтобы усложнить себе жизнь, как бы, вот, воздержанием себе там берут, как бы, ходят нервные все такие, вот, как бы, наоборот, как бы, если он будет отдавать, ну, предпочтению сексуальным отношениям, все будет очень плохо в его жизни, очень плохо. И мы это видим в конце, мы видим это везде. Я знаю это, ну, извините за... Что-то я разошелся, ну хорошо. Вот, я помню, женщина выходит, как бы, и мужчина выходит. И мужчина говорит, что вы? Я говорю, я по интернету пришел. Ну, интернет нам не нужен. Вот, там выходит женщина и говорит, не-не-не, нужен, все хорошо. Молчи, Вася, иди отсюда, чтобы я тебя не видела просто. И Вася просто закрыл рот и ушел. Знаете почему? Потому что ночью ему ничего не светит. Вот, он знал об этом. Поэтому он вел себя очень красиво со своей супругой. Вот, и оно так везде и повсюду просто. Везде и повсюду. Потому что мужчины теряют именно свою способность быть мужчинами за счет того, что они предаются таким вещам. Просто мозги свои теряют. Вот и все. Просто мозги свои теряют. И в конечном итоге женщина, которая смотрит, ну что с ним делать, ну что с ним делать, они разводятся просто. Вот и все. Вот и вся проблема просто. И сейчас у нас разводов, ну, в нашей стране, я смотрел статистику, уже 70%. Вот тебе на. 70%. И я смотрел, ну как бы, у меня в семье, как бы, сестра, о которой я говорил, как бы, я бы тоже развелся. Тоже развелся, потому что ну, с кем ты будешь жить? Человек вообще невменяемый, неадекватный полностью. Одна из причин то, что он пристрастен к сексуальным наслаждениям. А дальше уже идут все остальные. А я не знаю ничего про них.
Но я больше для них говорю. Я для вас не знаю матадж. Я спрашивал, кстати, матаджа, говорю, а чем вам плохо, если вы будете нарушать четвертый регулирующий принцип? Мне сказали там какие-то абракадабры, просто я не стал их упоминать. Типа, одна из них, вот вам, типа, перестаешь видеть будущее. Я как бы до этого видишь, что ли? Вот. Или там есть какие-то сверхъестественные способности, что ты начинаешь что-то там чувствовать. Это только вам известно. Что там чувствовать, что там есть, что вы пропадаете. А осквернение ума 100% при сексуальных связях. 100% даже если муж только и так далее, там подобное. Маша Дэви тебе об этом говорит. Джай. Спасибо. Потеря благочестия. Вот. И еще что-то. А это благочестие мы должны отдавать муж. И нечего давать. Только беспокойство ума после это даем, и его начинает сойти с ума. И вот. Окей. Вот итог. Потому что мы сила. А какую силу мы даем, если мы теряем нашу силу и только будем жаловаться, унывать и никакого благочестия? Вот так-то. Джай. Джай. Они некоторые авторитетные брамачари. Хорошо, дорогие преданные, спасибо. Мы очень сильно задержались. Ну что? Мне очень понравилось, чем мы закончили это все, да? Потому что мы должны гордиться тем, что у нас есть. Проблема не у нас, а у них. И я надеюсь, услышу ваши лекции по телевизору. Авторитетный брамачари, вы говорите. Да, вы можете давать лекции где-то в университетах, в школах. Это надо... Все, спасибо, преданные. Харе Кришна. Спасибо, спасибо. Грантарая Чима Бхагавад Гита Ки Джай, Сила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Примананды. Ки Джай.